На базе 98-й воздушно-десантной дивизии очередные спортивные состязания всероссийского масштаба. В пятницу стартовал чемпионат по зимнему офицерскому троеборью. Участие в нем принимают порядка 100 спортсменов-десантников. На ивановцев, хозяев турниру, руководство особой надежды. Практически все участники – действующие мастера спорта. У нас создана хорошая очень учебно-материальная база, у нас хорошие спортивные залы, действительно, которые позволяют развиваться. У нас хорошие бассейны в дивизии. У нас очень здоровый, хороший коллектив именно помощников командиров по физическому спорту. Поэтому они сами занимаются, ребята, и вовлекают занятия, в том числе и гражданское население. К нам приходят ребята, видят, что есть условия заниматься, они могут развиваться как спортсмены, могут достигать каких-то результатов, они с удовольствием подписывают у нас контракты и совершенствуются как спортсмены и проходят службу у нас в соединении. Троеборье включает стрельбу, плавание и лыжный кросс. Участие принимают 12 команд по 6 участников. Это и совсем молодые военнослужащие, и уже опытные офицеры. Первый день стрельба из пистолета Макарова с расстояния 25 метров. Начинают стрелять, как обычно, более взрослые, более опытные спортсмены. Это спортсмены старше 40 лет. Выполняют упражнение ПМ-1. Стрельба с расстояния 25 метров, 10 выстрелов. 3 пробных выстрела, 10 зачетных. Соответственно, у военнослужащих второй возрастной группы до 40 лет, у них расстояние то же самое, мишень та же самая. Единственное, они стреляют 5 пробных и 20 зачетных выстрелов. Ну и, соответственно, самые молодые – им больше шансов, они должны еще больше тренироваться, поэтому им предоставляется также 5 пробных, но 30 зачетных выстрелов. Стрельба в троеборье – упражнение, пожалуй, самое сложное в эмоциональном плане. Точность зависит не только от подготовки участника, но и от его психологического состояния. От импульсов из головного мозга это все идет к ноге, устойчивость и устойчивость руки. И, соответственно, вот эта вот линия, прицельное приспособление, глаз и спуск, нажатие курка пальцем. Тут центральная нервная система очень огромное влияние имеет. Поэтому подготовка нервной системы тут в стрельбе – это более важный аспект. По итогам 3 дней соревнований сформируют сборную ВДВ, которая будет отстаивать честь голубых беретов на чемпионате вооруженных сил. Он пройдет в середине марта в Архангельской области. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.